Ограниченная коммунальная ответственность. В редакцию независимого телевидения Севастополя обратились жители дома номер 183 по улице Хрусталева. Они обеспокоены появившейся информацией о смене формы собственности их управляющей компании. Напомним, ранее законодательное собрание действительно одобрило акционирование некоторых государственных унитарных предприятий. В их числе есть и управляющие компании. С просьбой подтвердить или опровергнуть слухи о реорганизации управляющих компаний мы обратились в правительство Севастополя. Директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов рассказал о планах оптимизации управляющих компаний. До этого это было государственное унитарное предприятие, которое принадлежало правительству Севастополя. После приватизации это будет общество с ограниченной ответственностью, 100% доли которой также будут принадлежать правительству Севастополя. То есть приватизация – это только смена формы юридического лица. Директор департамента городского хозяйства подчеркнул, что при реорганизации будут придерживаться принципа правопреемственности. У компаний сохранятся все обязательства перед населением. По словам Андрея Чибисова, до конца года предполагается реорганизация 4 севастопольских управляющих компаний в общество с ограниченной ответственностью. Оставшиеся 6 та же процедура ждет в 2018 году. Государственное унитарное предприятие – достаточно устаревшая форма. Им довольно сложно оперативно управлять. Многие решения, которые они принимают, приходится очень длительную процедуру согласования юридически проходить. И поэтому много моментов, которые управляющие компании должны оперативно решать и реагировать на какие-то запросы правительства или граждан, они сталкиваются с длительными юридическими регламентами. Это замедляет скорость реагирования управляющей компании. Поэтому было принято решение перевести их в общество с ограниченной ответственностью. В планах правительства города полная ликвидация государственных унитарных предприятий. Их сделают акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью или государственными бюджетными учреждениями. В частности, форму собственности уже сменили специализированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя и Горсвет. Из ГУПов их перевели в государственные бюджетные учреждения.